объявил войну Иридину, но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над Дикой Охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Тебе лет? Давай, плотва! Вперед, плотва!
хватит уже. Погодите, погодите. Вот ты... это и правда смешная. Чем отличается нельзя? Воздух на большой земле, видать, любой на пользу. А, еще одна такая бородатая шутка, и ты отправишься плавать с ними. Ну-ка, а с чего поглядь и каш?
Будь здоров. Счастливого. Ты вернулся. Будь счастливым. Покажи мне свои товары. Пойдем с ними в налет. Нет? Ну, отец тоже был такой бледный, а потом... И болит. Страшно болит. Будто меня что-то изнутри разрывает. Что травма больше ничем не помогла.
Вы... Здравствуйте. Что за ч... Мы бы спросили... И никто... Видь... Я же... Четверть... Я займусь этим чудищем. Да ваше ты... А где мне найти... Хотите... Когда я вырасту, стану жрицей. И мне надо идти замуж. Позволишь тебе? Я здесь. Ты Свана? Чуть. Рэй, у нас скачки. Тогда... Отводи. Да будут прокляты ваши имена. Ау! Лохины. Хочу взглянуть на... Прощай. Надо было... Плохие нынче. Хочу взглянуть на... Прощай.